Всем привет! Всем огромный привет! Сегодняшнее видео мы снимаем в формате 360 градусов. Где? В Волмарте. Мы приехали сюда за покупками, купить, так скажем, себе кое-чего, потому что давно уже никак не можем найти свежую кукурузу. Вот сегодня нам повезло. Мы купили свежую кукурузу и будем делать гриль. Ребята просят все вкуснятинку им какую-нибудь сделать. Я им сегодня сделаю кукурузу, посыплю специальной секретной приправой. И это будет вкуснятина. Потом, что мы еще взяли? Мы взяли вот такие вот шампиньончики. Маленькие вот такие вот смешные грибы. Огурчики. Чего? Маленькие огурчики такие смешные, потому что здесь такой вот афроамериканец. Это грибочки. Это грибочки. Павлик меня поправляет, что я неправильно сказал. Мандарины. Мандарины, вот такая вот 5 паундов. Яблочки. Яблочки вот красивые такие, классные. И вот это. А это что? Лук. Сейчас я его покажу из пакета, достану его. Вот такой вот лук. Причем мы после болезни и укрепляем иммунитет различными, так скажем, натуральными и очень полезными штуками, в том числе и луком. Лук – это хороший кладезь. Вот, ну, естественно, много-много воды. А арбузы у нас вот продаются такие, вот они маленькие, да? Но мы их сейчас не берем. Если честно говоря, не сезон. Мексиканские. Ну, что-то красное было. Это этикетка такая красная. Так, двигаемся вот в сторону. Это, кстати, смотрите, Маша с Павликом постоянно меня просят купить им вот такой вот Микки Маус. Вот такой Микки Маус внутри, смотрите, яблоко, да, вот это вот яблочко, потом печенье и сыр. Вот Микки Маус. Между прочим, такой Микки Маус стоит 2,28 плюс налоги. Там даже целого яблока нет, там, наверное, половинка яблочка. Что? Смотри, это яблоки тоже с печеньем и сыром. А? Да. Пошли. На входе встречает такая вот Кока-Кола, стена из Кока-Колы для любителей шипучек. Мы не пьем Кока-Колу. Так, двигаемся дальше. Walmart, американский магазин, где, собственно говоря, американцы покупают и еду, и телевизор, и одежду. Мы неоднократно уже ходили с вами, я показывал, так скажем, эти достопримечательности Walmart. Так, молочко. Идемте молочко, как раз мы идем в молочный отдел. Пройдем. Напоминаю, 360 градусов формат позволяет вам самим смотреть по кругу все, что вы хотите. Если вы смотрите на смартфоне, то достаточно покрутить смартфон или провести пальцем вправо-влево, соответственно, вверх-вниз. На компьютере мышкой просто поворачиваете тудым-сюдым. Печенье, вот. Вот это вот печенье я вчера попробовал. Вот мы не так много гадости кушаем, но вот это вот очень прикольное печенье. Шоколадное хотите? Вот это? Вот это? Так это одинаковый. Нате, держите. Держите. Не-не, я хочу не шоколадное, я хочу обычное. Я вчера распробовал вместе с ними, с чаем. Блин, такая вкуснятина. Если честно говоря, мне очень понравилось. Я очень привередлив к выпечке, так скажем, производственной. А это мне очень понравилось. Так, пошли, я возьму молоко 2%. 2,58 галлон стоит. Так, молочко взяли. Яйца у нас есть. Что нам еще надо было? Вроде бы все. Так, мама, это что? Мама просила, что? Я не помню, если честно говоря, она что мама просила. Что еще надо ей купить? Это, кстати, кошачья еда. Давайте, это для вас, кошачников. Кошатников. Покажу, какая еда в Америке. Вроде нет кошечек. У нас нету, а у наших друзей есть. Вон какие.
Фришкис. Большие, маленькие мешки. Это, наверное, для них эти пописить куда. Порошочки. Лоточки. Всякие домики. Домик. Слышишь? А в домике мышь повесилась, Маш. Смотри. Смотрите, какая. Там в домике для кошки висит уже мышка такая. Ой, не могу, классно. Это для мы этих, для котиков различные это такие. Котята, это для котят, ребята. Это вот не. Это а это для собачек вкусняшки. Так, пошли посмотрим. Я хочу быть еще собачку. Ты же не хочешь быть как собачка? Ты же у нас котенок. А то ты съешь конфету, превратишься в собаку. А то съешь конфету и превратишься в собаку, говорит Маша. Прикольно. Я не хочу собакой. Не хочешь? Mm-mm. Он не хочет. Тогда не ешь конфету. Тогда не ешь просто и все. Так, ну, собственно говоря, все, что нам нужно было купить, мы купили. Сейчас давайте до технического отдела дойдем, ну, чтобы разнообразие было. Еда, техника, чтобы вы посмотрели, так скажем, наши буржуйские магазины. Буржуйские, буржуинские. Ну, собственно говоря, вот здесь и телефон можно купить, и вон за 45 можно купить вот такой Stride Talk, Unlimited разговор безлимитный, SMS и 5 гигабайт интернета. Вот, потом как бы опять интернет будет оплачиваться дополнительно, но это дорого, дорого. Я на самом деле сегодня брал для наших знакомых сим-карты, которые к нам скоро приедут, и я взял намного дешевле, на целых $10. Так, ну что, в принципе, прогулка по этому магазину у нас сегодня заканчивается, тем более, что в 360 формате длинные видео не делаю. Вот. У меня сегодня, максимум завтра, будет интервью с дядей Пашей. Знаете, помните дядю Пашу, да? Вот. Дядя Паша Кожевников, писатель. Тема беседы, которая будет, он назвал ее сам, как бы предложил. Я полностью согласен, мне очень это было бы интересно услышать из его уст. Тема религии. Так что, друзья, не знаю, снимем мы завтра, когда я его выложу, но в самое ближайшее время, потому что не хотел бы затягивать. Так что смотрим и ставим свои комментарии под видео, под этим, и в том числе под дядей Пашей, что мы, так скажем, будем говорить. Для меня это еще пока секрет, о чем мы будем говорить. Так скажем, я единственное, что, ну, догадываюсь, что дядя Паша имеет свою точку зрения, свое, так скажем, видение этого вопроса. Ну вот как раз заодно и, так скажем, узнаем. И, между прочим, я это видео выложу будет через пару часов. Я бы хотел бы знать, что если кто успеет его посмотреть до нашей съемки, напишите вопросы. Напишите вопросы для дяди Паши. Вот тема религии. Хорошо? Все, с вами был Олег за Бугром Лайв, Маша и Паша. Паша Хомяк. Все, пока, ребята. Где?